сегодня мы будем раскрывать фигурки радужных друзей. Также у нас еще есть 3 пакетика. Начнем с них. Нам попался голубой. Вот он. Это голубой. Первый, который у нас, это голубой. Дальше тут у нас желтый. У нас есть желтый. Вот желтый. А вот это синий и синий монстр зеленого цвета. Вот он. Приступаем к пакетикам. Кто у нас тут? Еще один такой же, только другого цвета. Только другого цвета. И у него нет шляпы или какой-то одежды. Номер 2. Пакетик номер 2. Давай тебе откроем теперь. Интересно, кто у нас тут? Это фиолетовый. Правильно, фиолетовый. Это фиолетовый. Вот фиолетовый. Интересно, кто у нас тут? Это зеленый, которого я только взял. Которого я очень сильно хочу. Это красного. И кто у нас вот тут? Я очень не хочу. Это не красный. Это оранжевый. О, вот зеленый. Вот он. А вот оранжевый. Мне очень интересно, какого они все размера. Вот, дальше. Я очень надеюсь, что тут красный. Тут красный, наконец-то! Вот красный. Вот он. Пакетик, кто нам попадется?
пакете. Нам попался Блю. Нам реально попался Блю. Нам попался синий монстр. Обычный. Вот. У него вместо глаза кнопка. То есть пуговица. Я все равно ищу не фиолетовый, а оранжевого плюс желтого. Да. Он должен быть в этом. Давай попробуем этот. Это он. Нет, точно. Опа. Так. Которого я хочу. А, забыл. Вот. Это какой-то цельтровый оранжевый. А тут у нас, конечно, розовая, только она другого цвета. Почему-то. Но у нее вроде бы все нормально. В общем, сойдет. Вот какая страшненькая. Ну, это все на сегодня. Так что... Это все фигурки радужных друзей, так что все ставьте лайки, подписывайтесь, если что, пишите комментарии и смотрите это видео до конца. И всегда смотрите видео до конца. Сейчас подойдите, мои.